Всем привет, с вами я, Жора, и сегодня мы будем делать с вами проектор для смартфона, чтобы проецировать видео, фото, ну или что там захотите вообще. Для нашего суперпроектора нам понадобится коробка обычная, потом две вырезки из картона, одна такая квадратная, ну более-менее квадратная, другая прямоугольная. Далее нам нужна будет рюмочка с водой, к ней кисточка и какая-нибудь темная краска, желательно гуашь и черная. Но черной у меня нет, поэтому я взял коричневую. Позже объясню, зачем это надо. Нам нужен канцелярский нож. Ну или не канцелярский, если у вас есть какой-нибудь острый нож, то берите нож. Главное, чтобы он был острый. Естественно, наш смартфон и лупа. Первое, что мы с вами делаем, это открываем коробку и выкрашиваем весь внутренний картон в темную краску. Вот прям полностью. Если мы не покрасим нашу коробку в темный цвет изнутри, то у нас будут блики, все будет, короче, отображаться от телефона к стенкам коробки, от стенок коробки в телефон, и картинка получится размазанной, расплывчатой. Кому это надо? Я покрасил нашу коробку. Господи, это так неудобно снимать. Вот так вот она выглядит. Пока она будет засыхать, мы сделаем с вами подставку для телефона, чтобы можно было его регулировать. И будет нам проектор. Вот такая подставка у нас получилась. По желанию можете сделать другую, но главное, чтобы она в нашей коробке регулировалась, чтобы ее можно было вот так двигать. Вот так вот. Теперь вытаскиваем нашу линзу из лупы. В общем, можно ее даже поломать, что у меня и получилось. Берем линзу и прикладываем ее к боковой стороне, после чего обводим и вырезаем. Теперь нам нужно закрепить нашу линзу. Вот так вот как-нибудь. Я буду это делать скотчем, но вы можете воспользоваться клеевым пистолетом. Вот такой проектор у нас получился. Тут нас встречает телефончик с нашей подставкой. Линза. Я забыл сказать такую особенность. Если мы включим видео в YouTube или где-нибудь еще и будем поворачивать телефон, то и видео, собственно, будет поворачиваться. Это нам не нужно, так как линза будет искажать наше изображение и выдавать его будет вот таким. Поэтому отключаем ориентацию в пространстве. Вот. Это можно сделать на айфоне вот так вот, нажав вот сюда. После чего наш телефон нужно положить вот так вот, чтобы линза искажала изображение, и в итоге на стенке мы видели его таким. Опять же повторюсь, если вы телефон положите вот так, то на стене вы увидите вот такое изображение. Сейчас я перебрался в ванну, и чтобы наш проектор лучше показывал, я буду проецировать его на белую стенку. Но как вы видите, она у меня не белая. Поэтому я взял такую обойну, которую вы могли видеть у меня комнате. Вот этой стороной я сейчас вот сюда как-нибудь прифигачу и будем проецировать. Давайте быстрее тестить, пока тут это все не обвалилось, потому что держится на соплях. We'll be right back.
Ну а на этом все. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. В общем-то, да, если проектор понравился, то значит видео понравилось. Логика! Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока!